Практически все как в школе. На занятиях всегда изучают что-то новое. Есть доска посещений, только за пропуски никто не ругает и двойки не ставит. Так, на протяжении каникул в центре досуга Дроздова действует программа «Наше лето». Дети собираются здесь 3 раза в неделю. На каждый день отведен свой тематический блок. В один – веселые старты, в другой – танцы, в третий – творческая работа. В этот раз своими руками ребята мастерили бабочек с помощью бумаги, клея, пластилина и даже веточек березы. Мастер-класс такой общий, достаточно простой, но, с другой стороны, интересный. Это возможность немножко под другим углом посмотреть на те материалы, которые вокруг нас, посмотреть на... увидеть красоту в листе, в палочке, в цветочке, вот, и выразить это, ну вот, в творческую работу. Настя Мамонтова живет в Москве, а сюда приехала на каникулы. Девочка – частый гость центра досуга. Летняя программа ей нравится, особенно если рядом любимые друзья и есть возможность мастерить, танцевать и веселиться. Я провожу время с друзьями, мы вырезаем, болтаем, и потом красивые поделки, если мы вырезаем. А если танцуем, тогда ты выучишь новый танец, и потом показываешь другим этот танец. Среди ребят были и взрослые, которые с не меньшим усердием трудились над поделками. Галина Дьякова пришла на творческое занятие с внуками Костей и Лерой. Женщина признается, такой занимательный досуг трудно еще где-то найти. Фотографии, которые мы друзьям посылаем, свои фотографии отсюда, все удивляются, говорят, где вы отдыхаете? А мы отдыхаем просто-напросто на даче в Подмосковье. И через дорогу у нас вот такой замечательный центр досуга, библиотека и люди, которые занимаются с нашими детками. Творческий процесс всегда требует прилежности и предельной концентрации. Но куда важнее не результат, а удовольствие от проделанной работы. Программа «Наше лето» продлится до конца августа, а значит, у детей еще будет возможность смастерить подарок, принять участие в веселых стартах и потанцевать. Арсений Рогозянский, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.